Начни с маленького шага. Ты пройдешь тысячу миль. Из тысячи ручейков получаются реки и моря. За каждым жизненным успехом стоят мечта, мудрость, настойчивость, усилия, борьба. И в итоге песня победы. Более 20 лет назад он покинул родину и приехал в Россию. Начинал карьеру с должности президента Евразиатского региона международной компании. В незнакомой стране, со всем пылом души, начал любимое дело всей своей жизни. Во время работы он добился прекрасных результатов и в дальнейшем работал во многих всемирно известных компаниях в сфере индустрии здоровья на территории стран Евразийского региона. Он накопил богатые ресурсные возможности и успешный опыт. У него жесткая воля, утонченный и чистый характер, деловой и прогрессивный стиль работы, а также мудрое и острое понимание рынка. Соединив воедино лидерские качества, умение сплотить, умение контролировать, через много лет неустанных усилий в Евразийском регионе он поочередно создал два международных холдинговых предприятия – компанию «Приоритет здоровья» и корпорацию «Тайдзи». В России, в Монголии, в Кыргызстане, в Казахстане, в Украине и Таджикистане созданы филиалы. Бизнес расширяется в Турции, Узбекистане и Европе. Он – председатель Евразийской ассоциации «Здоровье и процветание», президент корпорации «Приоритет здоровья» и «Тайдзи Интернешнл». Господин Лю Цин. Господин Лю Цин из семьи потомственных врачей-традиционалистов. Он следует заветам и медицинским традициям своих предков, распространяет и популяризирует китайскую культуру здоровья, которой более 5000 лет. Он организует и активно участвует в различных благотворительных акциях, жертвует деньги и вещи детям с ограниченными возможностями и детским домам в странах Евразии. В 2019 году на форуме Евразийской ассоциации здоровья и процветания председатель комитета поддержки программ президента Российской Федерации Журавлева Надежда вручила господину Лю Цину медаль за выдающийся вклад в развитие России и наградила сертификатом в знак признания его самоотверженной преданности народу стран Евразии. В последние годы, благодаря предложенной председателем КНР Си Цзиньпином постоянно расширяющейся инициативе «Один пояс, один путь», экономика стран, расположенных вдоль маршрута нового шелкового пути, также получила новые возможности для развития. Господин Лю Цин использовал мощь своей компании как основу, объединил ресурсы и создал международную многопрофильную платформу индустрии здоровья. Евразийская ассоциация здоровья и процветания вначале была создана для развития индустрии здоровья в странах Евразийского региона и распространения идеалов здоровья в перспективе между регионами в области теми пространствами для содействия здоровому развитию китайской и западной медицины. Основная миссия ассоциации – счастливая жизнь простых людей. Она стремится объединить более сотни компаний и организаций, работающих в индустрии здоровья из разных стран Евразийского региона. Вместе с Евразийской ассоциацией здоровья и процветания выйдем на международную сцену. Совместное использование ресурсов и взаимовыгодное сотрудничество позволяет быстрее продвигаться к великой цели – улучшение здоровья и качества жизни каждого человека. Евразийская ассоциация «Здоровье и процветание». Давайте же вместе создавать наше беспроигрышное будущее.